Всем привет! Я уже, если честно, сбилась со счету, какое у нас задание. Очередное задание, которое называется «Имя». Вы должны предложить своим друзьям или подписчикам написать, а какое бы было у них имя, если взять первые три буквы от папиного имени и соединить их с тремя последними буквами маминого имени. Ну, у меня, например, было бы Сирена, Сергей и Елена. Получаются очень интересные варианты. Кому-то нравится получившееся новое имя, кому-то не очень. Тем не менее, игра хорошая, позитивная, интересная, заставляет людей напрячь свои мозги. Люди пишут комментарии, отвечайте им, и хорошей вам социальной активности.